Конкурс лидерских команд «Радужный куб». Так называется главное интеллектуально-творческое состязание школьников Шушинского района. На сцену Дома творчества выходят 10 великолепных пятерок, которые представляют школы нашей территории. До общего сбора на заключительную часть «Радужного куба» ребята прошли испытания интеллектуальными тестами, а также справились с творческими заданиями от учреждений дополнительного образования. И вот финал – самая зрелищная и ответственная часть конкурса. Участники покидают зал, чтобы подготовиться и представить себя и свои школы в традиционной визитке, а затем блеснуть на сцене своими талантами. Мы гордимся нашей историей, Россия сильна молодыми. Именно работа всей лидерской команды – отличительная черта «Радужного куба». Его предшественник – конкурс «Ученик года» – победителем определял одного учащегося. Здесь звание лучших оспаривают пятерки достойных представителей своих школ. Лучше всех пою. А я тоже считаю себя лучше. У меня самые высокие спортивные достижения. Ребята, я сейчас закажу, да я все это я не лучше спою. Вас. Я лучше вас. Я. Почему вы спорите? Мы не можем определить, кто из нас лучше. Да какой определить? У нас уже финал. И буквы ввели нас в заблуждение. Все не так. Ты поменяйся с ним местами. Ну вот, СССР. Это название нашей команды. Наша команда. Энергия. Энергия, что управляет нами, придумана ни мною, ни тобой. Она, как водопад, цунами, преобразует мир земной. Кипит и спит, играет, будет. Короче, все творит всегда. Она вершит, что мыслят люди, и награждает нас сполна. Пускай победы не было у нас, пускай, но ты, дружище, рук своих не отпускай. И это моя судьба. Лидировать – это не просто. Лидировать – значит вести. Ведь лидерство – это серьезно. И лидером быть – не мечты. Равный равному Иисус пуста. Чтобы младшим помогать всегда. Равный равному рука в руке. Окажем поддержку всегда и везде. Равный равному плечом к плечу. Поможем стороной обойти беду. Равный равному глаза в глаза. Разноцветные галстуки – символ конкурса «Радужный куб». Они отражают множество знаний и умений наших юных земляков, многогранность детских талантов, многочисленные увлечения и интересы. Раскрыть таланты и подарить зрителям праздник – задача завершающего конкурсного этапа. Он посвящен году российского кино. Привезли нам чудо заморское. Фильмы называются. Про все там есть. И про походы великие, и про дружбу, и про любовь, конечно. Читай. Открулечка. Какая отвратительная рожа. Я была принцессой, которой, ну, как все ожидали, что я красивая, стройненькая. Ну, некоторые богатыри от меня отвернулись, увидев, но один влюбился. На Руси есть богатыри. То, что как они жаждут спасать красавиц, какие все-таки там есть великолепные гонцы, которые влюбляются в тех красавиц, и злодеи, которые всегда бывают побежденными. Джинсы и синеборцы скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Шушинская становится элегантнейшим центром Европы, а позже всего мира. Всего мира! Дверь. Которая дверь? Которая дверь? Вот это. Это прилагательно. Почему же? Ну, потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шестая неделя дверь стоит, все не навешено. Так та боками существительно. Так поэтому у тебя слово «дурак» прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку? Оно ведомо. Я лиса Алиса. А я Наталья Селезнева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». У нас будет сейчас творческий номер, и мы решили представить все виды искусств, которые проявляются в кинематографе. Соединить их в одно. Да. Мы хотим там просто зажечь, да, чтобы жюри упало. Я музыка, а еще у нас есть танец. Можете, кстати, показать. Это наша гордость сегодня. Они волнуются, они прям. Да. Друга, и скалы сейчас за вокруг и шумят.
Жюри финального конкурса независимое. Судьи – представители Минусинского педагогического училища. До самого конца сохраняется интрига с результатами первых двух туров «Радужного куба». Озвучиваются они здесь же на сцене. Площадка «Экологика». Внести конверты. Капитаны просим озвучить результаты. Путем простого сложения баллов за все три этапа выявляется победитель и призеры районного конкурса лидерских команд «Радужный куб». Мы сегодня получили истинное удовольствие от увиденного. Сегодня нет проигравших. Это игра. Но игра, которая потребовала от каждого большой вклад физической и интеллектуальной энергии. Четыре лидирующих команды получают путевки на территорию инициативной молодежи «Юниор». А победителям награды вручает первый заместитель главы района Александр Чернявский. Казанцевская школа! Сначала даже не поверили в это. Да, мы даже не поверили. Оказывается, это реально мы победили, и мы лидеры. Классно, очень понравилось все. Было очень все хорошо продумано. Мы в шоке, прям в хорошем шоке таком. Это все классно было. Как готовились? Два слова. Очень долго готовились. Постоянные репетиции. Очень. Да, ежедневные репетиции просто. По несколько часов в день. Да, это классно было. Знаете, такой вопрос. Вы стали вообще командой в это время? Да. Схватил конкурс. Радужный куб 2016 завершен. Скоро новые команды школьных лидеров начнут готовиться к тому, чтобы в будущем году блеснуть гранями всех своих талантов и побороться за переходящий кубок.